зале Российской академии наук Республики Татарстан состоялась международная междисциплинарная научно-образовательная конференция «Садыковские чтения». В мероприятии приняли участие философы Казанского федерального университета, а также других российских вузов. Судя по тематике докладов, насколько я посмотрел программу, лейтмотив – это, собственно, пути развития отечественной философской мысли в условиях тех многообразных вызовов, с которыми столкнулась наша страна, мировая цивилизация, вот в первой четверти 21-го столетия. Конференция проводится уже 9-й год. В этот раз она посвящена памяти российского философа и социолога Александра Зиновьева. Работы многих участников опираются на его труды. Я занимаюсь такой интересной темой. Возможно ли запрограммировать моральный выбор, моральное суждение в машину? Может ли машина осуществлять самостоятельно, быть самостоятельным моральным агентом и совершать моральный выбор? Я постараюсь осветить тот аспект Зиновьева, который показался мне интересным и который укладывается в рамки моего исследования, а именно беспристрастность как компонента исследовательской деятельности, в том числе в рамках социологии. Конференция завершится 22 октября. По ее итогам будет опубликован сборник статей в электронном формате. В дальнейшем он будет служить учебным пособием для студентов. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.